у пачатку красавіка гэтага года звярнуліся ў дырэкцыю атамнай электрастанцыі, каб правесці супольна з імі круглы стол. Вось менавіта па пытаннях празрыстасці і адкрытасці будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Але дырэкцыя не пайшла нам насустрач, яны нам далі звычайную адпіску. Ну, нам нічога не заставалася, каб проста сабраць мясцовых актывістаў, которые пражываюць вось у Маладэчынскім, Смаргонскім, Вялейскім, Мядзельскім раёнах, на самой астравечыне, запрасіць экспертаў, якія валодаюць хоць нейкай інфармацыяй, і пагаварыць, ну, што нам далей рабіць, як нам з гэтым жыць, таму што праз нейкі год-два уже станция будет запущена. То, что мы делаем, это направлено на то, чтобы все-таки остановить вот это строительство, которое ничего хорошего нам не сулит. И опасность его как никогда велика, о чем свидетельствуют вот те случаи, которые произошли в 2016 году с одним реактором, который уронили на землю, и второй, который ударили о столб электропередачи. Все закрыто, никто ничего не ведает, информация хавается. Вот. Пытанне, чаму? Чаму інфармацыя хаваецца? Чаму няма доступу нейкай незалежнай грамадскасці, незалежным экспертам на будаўнічую пляцоўку? Значыць, напэўна, ёсць што хаваць. Праблемы былі в том, што Беларусь нарушила Орхускую конвенцию, конвенцию ЭСПА в процессе строительства, потому что она не учла ни мнение общественности при принятии решения о строительстве Белорусской ЭС, ни мнение соседних стран. И органами этих конвенций, как-то встречами сторон конвенции в 2014 году это было признано. То есть встречи сторон – это высший орган конвенции одной и второй. Это конвенции ЕЭКОН, Европейской экономической комиссии, Организации Объединенных Наций. Было признано, что Беларусь нарушила обе конвенции. Самый лепший вариант был бы, это, конечно, спынить эту будовлю, потому что она ниякой экономичной метазгодности ниякой не несе. Литва уже отмовилась закуплять электроэнергию с этой АЭС. На чарзе Польша, Латвія, каму яны будуць прадаваць? От. Таму вялікія сумненні, што гэтая электрастанцыя прынясе нейкія дывідэнды нашай краіне. Я думаю, наадварот, мы толькі залезем у гэтыя вот крэдыты мільярдныя. І ўсё гэта ляжа на плечы нашых дзяцей і ўнукаў нават, а можа і праўнукаў. Таму што, ну, гэта ж не лядовый палац побудовать. Просто молчание, это просто игнорирование голоса общественности. Это просто игнорирование не только голоса общественности Беларуси, но и Литвы. Это игнорирование экономических реалий. Я думаю, что объединение усилий – это вот тот момент. Это главная, наверное, цель нашего сегодняшнего мероприятия, которое, ну, возможно, принесет какой-то результат. Я, во всяком случае, на это надеюсь.